В заездах участвовали больше 30 лучших пилотов из нашей страны, ближнего зарубежья, Японии и Соединенных Штатов Америки. После выступления мастера управляемого заноса провели для поклонников автограф-сессию. Чтобы получить памятную роспись, сотни фанатов скорости выстроились в огромные очереди. Этапы серии стали одним из самых ярких спортивных событий этого лета. Это лучшее, то, что было на моей памяти в РДСе. Два этапа подряд, это не каждый выдержит. В принципе, здесь проверяется на прочность как и железо, так и нервы пилотов. Первые заезды дрифт-серии на трассе «Формулы-1» в Сочи прошли 2 года назад. Опыт признали успешным. Правда, по словам организаторов, тогда не учли особенности климата. В этом году гонку для комфорта и пилотов и зрителей перенесли на вторую половину дня. И рокот моторов затих только на закате. Следующие этапы серии в этом году примут Красноярск и Владивосток.